Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер и Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Roblox! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня мы вместе с Бобианом превратились в маленьких детей и отправимся в детский садик. Сегодня у нас будет интересная история про опасный и страшный детский сад. Ну и сегодня с Бобианом мы узнаем, что же там такого интересного и страшного в этом детском саду. Ну а вы поставьте лайкосик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нам с Бобианом будет безумно приятно. Ну что, Бобис, ты готов? Да, let's go! Ну тогда поехали! Ну вот, ребят, мы и приехали на этом автобусе в наш новый детский сад. Это наш новый дом с тобой, Бобби, будет? Ну, походу, да, пойдем. Вот так, ребят, интересно выглядит. Сейчас посмотрим. А что нас никто даже не встречает? Никакая воспитательница. Я не знаю. Слушай, Бобяна, у нас ясли? Ясли, да, походу. Ну что-то мне, кстати, дом не внушает доверия, если честно. Мне, если честно, друзья, тоже. Он похож на дом какого-то маньяка. Ладно, давайте, впускайте нас тут, дети на улице стоят. Холодно вообще-то. Эй, салам алейкум. Открывай ворота, приехала суета. Впускай давай нас. Да все, Бобян, походу, нас с тобой не впустят. А, нет, смотрите. Привет, меня зовут Лилу. Я буду следить за вами сегодня в течение 2 дней. А, это наша типа временная воспитательница, Бобян. Реально, реально. Так что добро пожаловать, заходите внутрь. Ну что, друзья, Лилу, наша новая воспитательница. Мы с Бобисом сейчас будем с ней суетиться. В натуре, сейчас будем играть в песочнице. И нифига себе! Вот это хоромы! Добро пожаловать внутрь, чувствуйте себя как дома и не забывайте, что находитесь в гостях. Вот ага. Это прикол, Бобян, слушай, так у нас тут это, и игрушки всякие, и кайф, и вообще, вот такой вообще детский садик мне, Бобян, нравится. На рахате. Слушай, а почему говорили, что он какой-то страшный? Ничего он не страшный, по-моему, не знаю, веселый. Обманули. Ну точно. Смотри, чтобы летать как ракета, нужно быть сильным, тут написано. Вот это да. Ну что, ребят, как вам детский садик? Хотели бы вместе с нами здесь покайфовать? Если да, пишите плюсик в комментах. Мы бы вместе с вами тоже со всеми здесь покайфовали. Пойдем на второй этаж, Бобис. Давай. Давай посмотрим, что там. У нас тут 2 комнаты для мальчиков и для девочек. Ну тебе точно для девочек в комнату. В смысле? Не понял. А ты чё, Бобян, издеваешься надо мной? Хорошо. А, они тут такие вот. Какие? Ну вот, я думал, здесь стенка будет. Я тоже, оно как бы одно и то же. Одна комната, просто 2 двери. Итак, ребята, ребята, все голодные, давайте покушаем. Let's go. Хавать, let's get it. А что будем есть, интересно? Пиццу? Пиццу хочу. Что будешь есть? Ну, пиццу, пиццу. Пиццу, пиццу, пиццу. Я хочу пиццу. Будем есть пиццу. Бобис есть пиццу, ведь он тупица. Ладно, садимся, Бобянчик, и будем хавать. Давай, приятного. Приятного. Так, круто, Бобян, снова вернуться в детский садик без забот, без всего, просто кайф. Да, в памперсах ходить. Ну все, давайте, кушайте пиццу. О, все за пиццу проголосовали. Пицца победила, будем заказывать пиццу. Ну лайк. Вон девочка, вон одна сидит. Что? Вон, ребят, девочка в углу сидит. А не, вон она уже с подружками. Нормально. Сейчас мы одни будем сидеть. Да реально, сейчас от нас все, Бобян, убегут и все. Так, где хавай, кстати? Кстати, я не понял, друзья. Нам не выдали, на раздачу не попали, походу. Паёк, дай нам, покушай. Кто-нибудь, дайте нам пиццу. Лилу. Лилу, мы хотим может, есть. Может, она готовится, слышишь? А, наверное, может, доставка везет. О, еще. А что это такое стоит? Смотри, вон на шкафу. Где? Вот это вот эльф какой-то. Это какой-то эльф, Бобян. Может, прикольно. Может, он злой? Я не знаю. Тут мало так, может, его можно разбить? Не знаю. Я жду пиццу. Вот, пицца, доставка, я же говорил. Доставщик пиццы. Надо сесть, места занять. Пожалуйста, дайте нам пиццу. Вау. Вау! Вау! Ну что, ребятки, пицца приехала, давайте приступать к кушанью. Мне давайте дали пиццу, погнали. Бобян, мне дали пиццу! Пойдем а ну, за стол! Мне этот кусок твой. Пойдем за стол, я и будем наелся. Кушать пиццу. Слышь, может, кого-нибудь отжать ее? Смотри, Бобян, я когда ем, у меня в глаза пицца попадает. А у меня вообще она в зашиворот. А все, я сожрал свою пиццу. Я оставлю. Я сожрал кусочек, друзья, я все скушал. Висит пицца, нельзя скушать. Висит груша, нельзя скушать. Капец, ребят, все. Так мало пиццы, Лулу, дайте еще поесть. Мы не наелись, Бобби. А попить, запить чем-нибудь можно? А кока-колу без сахара?
Ну, или в обычную воду. Угу. Ну что, после того, как вы поели, идите спать, отправляйтесь в свои спальные комнаты. Кто последний, тот лох. Так, Бабиан, тебе в розовую. Нет, мне в голубую. Не, мы хотим поиграть, смотри, говорит Лев. Лев говорит, давайте поиграем. Да, и... да, да, Софа тоже и говорит. И Софа предлагает, ребят, тоже поиграть. Может, правда мы поиграем? Хорошо. Хорошо. Можете поиграть. Оу, вы можете остаться ненадолго и поиграть. Ну класс, отлично, я друзья. Я пойду с котиком поиграю. С котиком? А я со спиннером. Я покручу спиннер, бабя. Реально? Да, вот смотри, спиннер. Да, я тоже покручу. Спиннер крутится, лавеха мутится. Ой, тут еще что-то есть, ребят, можно порисовать. За такой детский садик действительно лайкусик. Слушай, а, на улицу нельзя, там он думал в футбол поиграть. Видишь, мячик Бобис. Давай, жирного на раму. Да, толстого на раму. Жалко, Андрюхи нету, мы бы его поставили, друзья, на раму. Но он это, он уже в школу пошел, да, Бобби? Ну да. Фоня, друзья, в школе, а мы вот в детском садике. Он уже... Мама. Что произошло? Свет рубанули, слышь? Что произошло, ребят? Ох. Кто-то выключил электричество, его нужно вернуть, его нужно включить. Выключили Черния. Генератор. О-о, она пошла, ой, друзья, включать генератор. Давай за ней. Пойдем. Нельзя. Она дверь замкнула, блин. Она оставила нас одна. Очень страшно. В одном доме, одних. Она ушла, и дети остались одни в темном доме. В страшном темном доме. О май гад. Смотри, бабя, на улицу. Господи. Что там происходит? А, шалей. Бабян, там злой демон! Эбука! Монстр, бежим! Ребята, там монстр! Бабян, похоже, надо сваливать. О, она включила генератор, что ли? Нет, свет вообще мигает. Стой, свет моргает, а где монстр? Бобис! Он идет сюда. Он идет наверх. Бацок. Ёкарный бабай, друзья, там настоящий монстр. А пойдем посмотрим на него. Бобби! Он телепортируется, наверное, за спины, за спины. Пойдем на шкаф встанем. На шкаф, а если он телепортнется? Бобян, он уже здесь! Он на втором этаже! Бобби! Я вижу, вижу, я на шкафу стою. Я вниз беги, спрыгнул! Беги! Я убежал, Бобян, от этого монстра! Все, все, хорош! Смотри, не умри, Бобян! Нет, подожди, так вот, друзья, почему будем, говорили, что этот детский садик страшный, потому что здесь живет опасный монстр, опасный демон древнего мира! Сейчас он это, Бобян, он за мной уже! Пожалуйста, Лилу, Лилу, давай Лилу! Ставка мне, Лилу, брат. Приди, спаси, Лилу! Лила, Лилу с Джейн. Вот, вот здесь. О, Бобян, так он же все равно может телепортироваться. Нет, 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 он нет? Сюда не придет. Я уже а если он телепортируется, Бобян, за нашу спину. Он на высоту не может забраться. А куда он ушел, Бобис? Вот, вот, вот. Где он? Где он? Сзади, сзади! Какой сзади? Че ты пугаешь? Мне очень страшно, друзья! Вообще страшилка лютая! Ё-моё, блин. Вот вам, ребят, и страшный демон в детском саду. Нафиг мы, Бобян, пошли, лучше бы сразу в школу. Надо было учить таблицу умножения. Зачем я родился? О! Лилу пришла. Идеально! Я все починил, и генератор починился. Пойдем расскажем, что там это. Пойдем, пойдем. Демон, миссис Лилу, тут вообще-то демон. Тут у нас демон страшный. Да, миссис Лилу. Монстр гуляет. Он нас атаковал. Что? Как монстр? Такое может быть? А где она вообще? Подожди, а где она стоит? Я да, монстр, Лилу, монстр. Мы не врем! Мы не врем, мы не врем! Действительно, камон. Он есть! Камон спать! Да ну нафиг! Короче, друзья, наша воспиталка не поверила, что на нас напал страшный монстр и отправляет нас спать. Она думает, что мы врем, а мы-то ну, не курица, врали. Блин. Вы же все видели. Отправляйтесь в свои комнаты и спите. Я наверх, чтобы не достал монстр. Да, Бобис, я тоже наверх. Иди вон. В девчачью, Бобян. Ну, все правильно. Ну, ничего страшного. Ну, ладно, друзья. Ну, положили меня в девчачью, и чё? Ну, все, Бобис, давай. Спокойной ночи. Бобис! Бобис, чё моргаешь? Бобян! Ты чувствуешь? Это у меня сон снится. Нет, что-то моргает свет, Бобян! Ой! Где? Где моргает? Да все, вроде починился. А что было? Видел, свет моргал? Не, спал. О боже! Вы тоже видели это? Да, я видел, как моргал свет. А дури мигал? Да. Ё-моё. Что это было? Может, опять генератор сломался? Мне это уже не нравится, если честно. Я хочу отсюда уйти. Да, я тоже. Это был монстр. Опять, что ли, монстр пришел и из-за этого свет глючил? Вот блин. Я видела это тоже. А что они видели? Я видел только, что свет моргал. Может, они про свет? Я не знаю. Или, может, что-то в окне было, или монстр был в нашей комнате. Возможно, возможно. Я спал, Бобян, я не знаю. Да. О. Слушай, будильник зазвенел.
Все, Бабян, ты понял? Мы типа спали и теперь проснулись. Good morning, дети. Все, ночью была какая-то суета, друзья, но мы так и не поняли, что это было. Может, ну а теперь у нас утро. Все, спускайтесь вниз, в кафетерии, пойдем завтракать. Let's go. Фух, давайте позавтракаем. Так, я буду кашу. Да, я тоже буду кашу. Слушай, Бабиан, интересно, а что будут нам давать на завтрак? Не знаю, я хочу кашу похавать. Я тоже хочу кашу рисовую, тем более ночью какие-то кошмары были, свет что-то там туда-сюда, да? У меня сейчас от пиццы осталось. О! О, салам алейкум, парни! О. Я к вам с опозданием приехал. Андрюха, так ты же сказал, что тебя родители в школу отдали, а не в детский садик. Ты что, наврал нам? А я перепутал школу с детским садиком просто. А, ё-моё, ребят, смотрите, Андрюха теперь тоже с нами, он теперь тоже в детском саду. Ну ладно, Андрюх, смотри, мы тут сейчас будем завтракать. Жалко, ты не видел ночью, свет что-то там сломался, как будто бы это, опять монстр пришел. Ты в курсе, здесь монстр живет в этом детском саду? Монстр, в смысле? Да, мы с Бабианом уже убегали от одного монстра. Ладно, давай завтракать. Может быть это, потом тоже посмотришь. Он, этот монстр приходит, когда свет выключается. Ага. Да ну чё, реально? Слушайте, я сейчас уеду, наверное, тогда отсюда. А не, тебя не уже, надо. Андрюх, не выпустят отсюда. Ты с нами теперь здесь навсегда. Чё, правда? Да. Ну что, друзья, с нами теперь Андрюха. Будем сражаться против этого монстра. Ну а теперь, друзья, мы позавтракали. И Лилу, похоже, нам не верит, Бабиан, что ночью тоже выключался свет. Да, походу, да. Да, этот монстр... Это, блин, вообще. Слушай, а если это Лилу и есть этот монстр? Я, кстати, хотел только что об этом сказать. У меня есть некие сомнения, что, возможно, Лилу или ага. Лилу. Тот самый монстр. Ну вот, может быть. Ладно, ну чё, парни, поели? Да. Ну да, поели. Спать ну всё, я тоже поел и хочу спать. Ё-моё, панкейки вкусные были. Ну что, теперь будем делать... Что будем делать в это время теперь? Есть планы, парни? Погнали телек позыкаем. О, время играть! Да, я согласен, я согласен. Пойду котика поглажу. Время поиграть. Отлично, веселитесь и кайфуйте. Интересно, а на улице можно футбол? Не знаю, там что-то закрыто. О, можно? Можно, гол на улицу! Толстого на раму, толстого на раму. Андрюха, на ворота! Футбольщик, а где эти ворота? Да вон это, между этими, между качелями вон. Давай, давай вот там вставай. Да, 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 да. Между качелями. А Бабиан, вон между удар. Деревьев хай станет. А вон, Андрюх, между деревьев. Обводи, обводи. Забивай, забивай. Гол! Андрюха, друзья, мы победили 1-0 по голам. Неправда, я вам сейчас сам забью сейчас. Ага, конечно. О, на качелях. Блин, парни, поднимите меня. Я ногой ударился. Ты что, упал? Подними меня, Бобби. На тебе мячиком. Ну вы, блин, пацаны, вместо того, чтобы помочь, добиваете. А, ну да. О, смотрите. Дуралей. А. А там вон домик какой-то, видите? Парни, я застрял. Где ты застрял? Парни, я застрял. Страус. Достань меня. Давай, доставай его. Да ладно, я вылез. Все, поиграли. Ну что, ребята, теперь это, время вышло. Все, хватит это, как говорится, играть. Ну, блин. Хорошего понемногу. Хорошего понемножку. Ты это, давай-ка тут все убирайся, прибирайся, и чтобы не было тут мусора, понятно? Это мы типа, Бабян, сейчас убираться будем? Это типа нас сейчас запрягут убираться. А, я не хочу убирать игрушки, я хочу я играть тоже, я только. Спать, потому что у меня здесь не было. Да, все, мы спать, миссис Лило, до свидания. Я в этих мячиках спрятался. О, а где? А вот, где горка там. А тебя даже не видно. Да. Одни, вон только, ноги, одни ноги торчат, реально. Он скатился просто, опа. О, все, Андрюху тоже, друзья, не видно. Во, прикол. Тихо. Андрюха. Парни, это вы про это говорили, да? Да-да, сейчас придет монстр, нужно будет убегать. Опять свет у нас глючит. Ребят, сейчас придет страшный монстр. Опять этот Эбука. Ёбкарный бабай, да. Че вы ставите дальше-то? Эбука! Монстр! Он опять появится сейчас! У нас опять барахлит свет! Мне очень страшно! Нужно будет, а походу, убегать! Но мы от него убегали, да, Бобби? Да. Так, сейчас я посмотрим. Я на шкафу спрятался. Да, сейчас, подождите, может его и не будет? Оу. Ой, нет, он в доме уже! Он уже в доме! Идет. Вон он, рогатый демон этот! Куда он пошел? Камин, что ли? Что-то он делает, парни, он залазит в камин. Он хочет дом поджечь! Он поджёг дом! Он поджёг! Монстр! Залез в дом! Огонь! Дом в огне! Огнетушитель давай! Туши его! О, боже мой! Огонь распространяется на все, парни! Да вот огнетушитель, пожалуйста! Туши, туши, быстро! Нам нужно использовать огнетушитель! Давай, 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 огнетушитель! Тушись!
Тушись, останови огонь! Останавливай его! Нифига, он прыгнул! Давай, 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 ребята, тушим, тушим наш детский садик, тушим дом, тушим все. Давайте, у нас мало времени, а то сгорит. Все, отлично, мы это сделали. Слава богу, мы спасли это место. Ой, ё-ма. Хорошо, что огнетушитель был на месте, и мы его быстро нашли. Надо убегать отсюда, парни, короче, пока эта Лилу не вернулась. Да, нам нужно либо бежать, либо ждать Лилу, когда она вернется. Что будем делать? Надо бежать, наверное. Если мы не уберемся, мы умрем здесь. Похоже, нужно бежать, друзья. Мы должны найти выход и сбежать отсюда. Если видишь этого монстра, то... Слушайте, а вон там вентиляция, случайно не выход? А, кстати, как вариант. О, я помню, я видел вентиляцию, Бабян. Ты видел вентиляцию? Ну вот, это, кстати, тут и есть, ребят. Вот это вентиляция. Может, найдем ее? А может, как-то нам нужно открыть ее каким-то ломом, типа? Давайте. Да вот бобяной головой, давай. Да, бобяной головой. Ой, я нашел вентиляцию. Хорош, Димон. Ребят, мы нашли вентиляцию. Сейчас мы будем уходить отсюда. Нам нужно найти инструмент, чтобы открыть. Подожди, может молотком? Может молотком, а может каким-то этим ломом, типа. Найдите инструмент. Кто-то нашел. О, молот нашли. Молот нашли. А помнишь, Бобби, молот же был вон сверху, да, там. Да, рядом с зеленым чуваком. Рядом с зеленым гоблином. Так, все, идем, ребят, выламываем вентиляцию, сбегаем, Андрюха, лезем. Окей, let's go. Уходим. Убеги с вентиляции. Бежим. Так, тут еще и это лабиринты. Да так, там тупик. Лабиринты, там тупик. Давай сюда. Давайте тогда вот сюда, парни. Вот так. Ёкарный бабай. Есть. Сюда, о, вниз. Есть. Да, мы сбежали? Yes. Мы точно сбежали? Я не знаю, а может мы это? Парни, а может мы... попали в ловушку? Может мы в тупике, а? Нет, наверное, мы сбежали. Наверное, нужно подождать, пока придут все. Итак, ребят, вроде бы все, кто хотел, прибежали сюда. Мы уже в вентиляции. И... где мы? Что нам теперь делать? Не знаю, ждать, наверное, помощи. Кажется, мы застряли. Мы застряли в вентиляции? Да, мы застряли в вентиляции. Все, нам не выбраться. Я думаю, нам нужно прыгать, чтобы это, сломать пол. Давайте прыгаем, парни, может пол сломается. Ну-ка. Гениальная идея. Давай, прыгаем, может правда разломаем пол. Раз, два, три. О, есть! Фух, мы на кухне, парни. А нельзя было так пробежать? Да, но мы не выбрались из дома, мы по-прежнему в доме. Блин, мы все равно не свалили отсюда. Но у нас есть еще немножко времени, чтобы сбежать. Так, а мы опять здесь оказались. Может, нам обратно в вентиляцию нужно бежать? Так, Лилу скоро вернется с минуты на минуту. Давайте попробуем это. Прежде чем она придет, все тут свалить отсюда. Да. Так, давайте попробуем. Или будем ее уже дожидаться? Да я бы не ждал бы. Я вот тоже не знаю, ребят. Тем либо более дожидаться. Вы подозреваете. Так это только мы с Бобяном подозреваем. Остальные думают, что Лилу... нормально, там она была, вон Лилу. Она забежала. Она вот пришла. Все, тут опять был страшный демон. Помогите нам. Мы не хотим здесь оставаться в этом детском садике. Да. Но не может быть монстра. Монстров не существует. Я же вам говорила, это все ваши фантазии. Да что она нам не верит? Ты что не веришь? Гадина, блин. Гадина. Я пойду и пожалуюсь на вас. Не понял. Я сделаю на вас жалобу. Куда-то она уходит, парень. Книга жалоб. Или она пошла проверять. Подождите. Мне кажется, Лилу, друзья, есть страшный монстр. Хорошо, давайте докажем ей, чтобы она поверила, что монстр существует, и он нас всех сожрет. Да. Вы, если нам не поверите, мы все будем съедены этим монстром. Мы должны убраться отсюда. Стойте, подождите, а что, если задняя дверь открыта? Точно, мы можем сбежать через заднюю дверь. Пойдем посмотрим. Хотя я вроде там проверял, и она была, это, парни, она была закрыта. Ну, давайте попробуем. Закрыта? Да. Блин, дверь закрыта. В сад. Точно. Может, нам ее тоже как-то разблокировать? Может быть, битой также? Может быть, попрыгать в ней? Так, подождите. Нам нужно найти... Мы можем с помощью молота открыть, правильно? Давайте попробуем разбить окно. Да. Это же... стекло. Она же это, стеклянная, мы можем выбить и пройти. Yes! Отлично! Куда? Парни, я на... Димон, ты на стекле зачем пошел? Да, я об стекло порезался, но я приду к вам. Ёкарный баба, стекло убивает, ребят. Так, сейчас я бегу. Все, бегу, парни. Я же не знал, что стекло режется. Стекло не заходи. Фух, нормально, друзья. Стекло порезалось, но я вернулся к парням. Теперь нам нужно убегать отсюда. Это Лилу, она нам не верит, ребят. Мы бежим по тропинке и прямиком по тропинке в голове, из детского садика. Фух, убежали.
Сколько можно бегать? Я уже устал. Да, ну куда-то мы далеко от Рося убежали. Да, я думаю, вот что смотрите. Нам нужно оставаться в лесу сейчас. Да, мы должны остаться. Ну там вон домик, мы можем в домике вот, остаться. Вот. Да, про него я вам говорил. Да, про него. А что, ну, Бобян, я не видел. Так, ну давайте попробуем найти еды. Может, в этом домике будет еда? Тук-тук-тук. Кто-то проживает в этом доме. Есть у вас еда? Бобис, а ты где? Я вот ты запрыгнул. Да. Может, нам найти мед? Найдите что-нибудь поесть из леса. А может, грибы? Дерево. А может, грибы, парни, есть какие-то грибочки или ягоды? Грибы. Или будем охотиться на белок? Давайте на Бобяна. На Сахатова. На Сахатова? Да. Ну, я что-то ничего не нашел. Может, кто-то что-то нашел? А он сверху, парни. Где? О, яблоки! Кто-то нашел яблоки. Яблони на снегу. Ну, хоть яблочки можно покушать. Похрумкать яблоки можно. Яблоки вкусные, полезно, кстати. Давай нам яблоки. Все едят яблоки, и мы кушаем яблочки. Да пофиг, о, да. Нет, как вкусно, ребят! Лесные яблоки, дикие Нормес. Яблоки. Это были эти? Наливные? Вкусно? Да. Очень вкусные яблоки, ребят. Ну все, отлично. Теперь мы можем убираться из леса и бежать домой. Да. Или, кусок пиццы остался. Или нас из детского сада, это, родители отдали навсегда, может, в детский сад? Наверное. Я, кстати, не знаю. Ой, парни, темнеет, слушайте. Mm-hmm. Что-то мне уже не нравится, у меня плохое предчувствие. Да и похолодало как-то. Да, и после яблок мне плохо, парни. Они были это кислые, походу. Да, походу отравлен. Ой. Я съели гнилые яблоки. Мы съели гнилые яблоки, парни. Вы что, умерли? Да. Ну, я восстанавливаюсь. Ну что, ребятки, вот те самые яблочки, которые мы съели и отравились в прошлый раз. На этот раз мы их не будем кушать. Лучше не пробовать, а то еще отравимся и опять умрем. Правильно? Нам как раз говорят, не есть яблоки. Да-да, есть мы их не будем, ребят. Мы теперь уже на опыте, мы на классе. Мы есть такое не будем. Ну что, посмотрим, ребят, что будет дальше. Надеюсь, мы победим этого страшного демона и сбежим из этого вообще страшного мира. Короче, никто, друзья, не съел яблоки и никто не отравился. Вот и ну все. И хорошо. Кайф, друзья, никто не стал кушать, и все остались живы, и мы сейчас сбежим и убежим. А может, правда, домик лесничего, и он нас спасет? Ну, погнали посмотрим. Надо попробовать зайти, там переночевать, там все дела. А вы уверены? Вы не боитесь? А вдруг это дом того демона? А в лесу что, думаешь, лучше оставаться? Не знаю. Да, парни, нам бы как-то согреться, нам очень холодно, давайте найдем это, может, где укрыться. И, кстати, что-то мы куда-то убежали, домика-то нет уже, а, не, вон домик. Да. Давайте, может, это, огонь разожжем. Да, костер. Кто-нибудь да. умеет? Я не знаю, надо сделать вообще убежище, надо сделать укрытие. Что мы должны построить, дом или костер? Я думаю, костер. Костер? Ну, давайте. Нам советуют хат сделать, это что? А, ну давайте построим этот, построим хаос, давайте дом построим. Давайте сделаем дом. Все дом выбрали, я просто случайно выбрал уже костер. Я тоже костер. Я выбрал дом. Так, надеюсь, выпадет дом, ребят. Окей. Давайте построим костер. Е-бой. Короче, ребят, будем строить костер. Давайте найдем деревья и будем делать костер. Но там кто-то очень, ребят, это разозлился, что мы делаем костер. Может, мы замерзнем? Так тут пещера есть, мы можем в ней согреться. Ну, может быть, да. Ладно, собирайте, парни, бревна тогда. Будем делать костер, чтобы согреваться. Попробуем, ребят. Ну, мне кажется, нас найдут, потому что мы костер, там дым, все дела. А, мы разожжем костер, нас будет издалека видно. К нам придет демон и убьет нас, понимаете? Mm-hmm. Вот оно что. Ну, это еще догадки. Наверное, друзья, надо было действительно строить домик себе деревянный, деревянное убежище. Но мы проголосовали, мы не знали. Ну, давайте посмотрим, что будет, если мы разожжем костер. О, смотрите, какой красивый, а, получился. Нормально. Да, прикольно, хорошо здравый. Сделали, мужики. Ну, самое главное, тепло теперь будет, а как ребят. Его поджечь? И мы согреемся. О, тепло. Грейте ручки, парни. Грейте. Пока горит костер. В огонь не заходите. Да, главное в костер не заходить. Я пиццу подогрею. Разогревай реально пиццу, чтобы была вкуснее. А я свое уже съел. Ой. Аккуратно. Вкуснятина. Ну что, смотрите, и никто нас не нашел, никакой демон. Костерчик, друзья, мы не зря сделали. Вот все и хорошо, парни. Да. Ну, отлично тогда. Ой, дождь пошел.
Ё-моё, в пещеру, быстро в пещеру! В пещеру, в пещеру! Вон она помечена, парни, красным кубиком, Бабиан, на карте! Ай, больно, больно, в пещеру, больно, в пещеру, больно. В пещеру! Красный Ё-моё. Кубик такой! Давайте быстро, пацаны, Бабиан, ты живой там? Да, да, да. О, да. Фух, успели, отлично, ребята! А вот, видите, был бы у нас дом, нам бы не потребовалась эта пещера, мы бы здесь, парни, сразу бы укрылись в нашем доме, не надо было искать никакую пещеру. Походу, смотрите, девчонки почти что отлетели. Да, там вообще ужас какой, опасный шторм, там град был острый, ух, молнии. Жесть. Ой, да, больно бьет. Да. Тяжелый дождь. Тут очень-очень опасно, надо было домик строить, но ничего, пещера нас спасет, правильно? Да. В пещере мы чувствуем себя в безопасности, фух. Ням-ням-ням. Слава богу. Все нормально, живы. Че, пережили, ребят, мы этот шторм, и надо двигаться дальше. Давайте осмотримся, шторм закончился. Да, хорошечно. Фух, слава богу, шторма больше нет. Так, и что нам делать дальше? Отлично, я не знаю, надо сваливать, наверное. Так-так, ребят, кажется, демон меня украл. Демон? Парни, меня украл демон. Нифига. Спасайте делать? Меня. Надо сохранить номер и шоу. Спасайте, бегите, меня демон украл. Парни. Демон, мы тебя догоняем. Помогите, он меня тащит. Я же говорил, это дом демона. Помогите мне, мужики. Спасите меня. Мы бежим. Монстр телепортируется. Я слева, вон, слева. Вон, бежим. Вот он я, парни. Ищите меня, вот он я. Тут демон, аккуратно только. Он тебя не грызет, надеюсь. Не грызет, Бобян, забери меня. А что, а как, что мне сделать? Я не знаю, демон, аккуратно, Бобби, только не умри, он убежал. Бука пропал. Фух, вы спасли меня, он опять телепортировался, парни. К дороге, где дом? Где дом, и там я дорога. Я бегу к дому, к дороге. К дому, и там дорога, я прям на дороге, вдоль дома, вот от дома ведет дорога. Направо. Все, сюда, все, парни. Видим тебя, Лимон. Спасайте меня. Красный свет в доме. Пожалуйста, спасите. Да, страшно. Это, наверное, дом этого демона, спасите. О, нашли меня. О, Бабян спас. Он меня, наверное, сейчас опять телепортирует куда-то. Да ё-моё. Так, парни. Что ты можешь телепортировать? К дому. Слева, вот он я. Я вижу. О. Капец, в пещеру хочет тебя притащить. Да, походу. Он хочет меня это забрать. Спасайте. Что делать-то, ё-моё? Он тащит меня в дом. О, май гад, о, май гад. Спасите. Пацаны, помогите. Демон. О, ну, парни, ищите, как открыть дверь. Открывайте дверь, он меня в колбу посадил! Как потопотного кролика! Надо сломать дверь, а топор был у тебя, или мол, что там у тебя было? Парни, я в этом, я в колбе, он делает надо мной опыт, и страшный демон, ребят, посмотрите! О май гад! О, щит! Он ушел! Так, ты, Андрюха, вон, Хаммер, это, у тебя или у кого? Ну, надо попробовать открыть дверь. Попробуй сломать дверь! Попробуйте. Сейчас выломать дверь жестко. Попробуйте выломать, парни. Давай, ломай. Пожалуйста, ломайте дверь. Я сломаю. Доставайте меня. Доставай. Как? Что делать вообще? Димон, да брат. Да вот кнопку нажми. Да опасно нажимать кнопку, она нажимается пока что. Или не надо, парни, а вдруг там будет газы, и вы меня это убьете. Лучше разбей молотком. Да, я сейчас буду пробовать. Да, нам нужно достать. Достаньте меня, я подопытный кролик. Нифига ты кролик, реально. Доставайте. Нет, не нажимайте только кнопку, и вы меня отравите газом, скорее всего. Нет. Нет. Не нажимайте, там газ, разбейте молотком. Ну ты уверен, что не надо нажимать? Ну давай, я не нажимаю. Да, мне кажется, вы меня отравите чем-то. Фу, хорошо. Кнопку мы не будем нажимать. Но кнопка это ловушка. Фу, слава богу. Давайте просто разобьем их молотком. Да, всё правильно. Сейчас бы вы меня, парни, отравили ядовитым газом, и я бы надышался и умер. Все. Это был лучший вариант. Аккуратно, стекло. Блин. Не понял. Так, подождите. Вход забаррикадировали. А, друзья, смотрите-ка, парни меня вытащили. И пол падает. И мы в ловушке в этом доме. Похоже, нам... А нет, нам туда не пойти. Похоже, нам надо вниз. Аккуратно, там стекла, парни. Прыгайте. Куда? Вау. Мы в ловушке. Офигеть. Ребята, это ловушка. Мы в какой-то пещере. Дом оказался действительно ловушкой. Пока вы меня спасали, разбивали колбу. Ребят, мы оказались в ловушке. Ёкарный бабай. Ладно, придется проходить это обе. Только смотрите, не ошибитесь. Погнали. Да, аккуратно, 30 секунд дается. Погнали. Аккуратно, парни. Ой, смотрите, что-то страшное происходит. Без ошибок, оно падает. Парни, надо быстрее. Да слушайте. Что это? Давай... Прыгайте. Хорошо, отлично. Идем. Андрюха, ты как там, жив, цел? Да, я все жив, бегут? Цел. Давайте. Так, проходим. Дальше? Так, Бабианчик.
Стой. Я не знаю. Стойте, тут и стойте. Что за фигня? Тут и стойте, парни. Непонятно. Ой-ой-ой, стойте, стойте. Как? Теперь нам нужно, походу, это, плыть, что ли? Погодите, аккуратно. Да вода убивает, плыть-то нельзя, походу. Андрюха, ты что, там упал, что ли? Да. Так, ребят, мы стоим на острове каком-то, и тут появляется этот монстр! Страшный демон! Пью-пью-пью. О, как вы здесь оказались? Что вы тут делаете? О-оу. Ребята, там этот монстр, мне кажется, он нас сейчас сожрет. Я поймал вас в ловушку. Вы заперты. Вам никто не поможет. Вам не выбраться отсюда. Нет! Я голодный! Он еще и голодный! Я сожру вас! Кто будет первым? Я думаю, Андрюха. Девчонка. Не, давай Андрюха тебя. А, хотя давайте девчонку, да. Девочку ешь, нас не надо. Пожалуйста, не надо нас кушать, не делай этого. Парни, мне кажется, он нас сейчас сожрет. О, что происходит? Что это? Что за свет? А может это Лилу? Думаешь? А вдруг это воспиталка? Не знаю. Оу. Это бог. Призрак, бог. Я спасу вас, я его задержу. Ого себе. Оу. Оу, я же тебе говорил не вмешиваться, это ангел и демон борются походу. Нифига. Не указывай мне, что делать, я убью тебя, дурацкий ангел. И дети будут моими, я их съем. Ё-моё, ребят, что тут происходит? Нет, они под моим присмотром, я их ангел-хранитель. Нифига себе, парни, нас вообще ангел спасает. Вообще жёстко. Смотрите, вы сейчас слушаете, он этого демона... Вот он! Вот он, получай, демон! Вот так его, любовью. Лилу, спасибо большое, что спасла нас. Так это, видите, Лилу наш ангел-хранитель. Вот так. Прости, что мы сбежали от тебя. Вот, видите, она добрая, оказывается, была, а мы сбежали от нее. Вот это поворот. Да, я убила его и спасла вас. Теперь вы свободны, мы на свободе. Все, мы избавились от этого демона. Фу! Ну, слава богу. Нас спасла Лилу. Она не хочет нас забрать отсюда, тут в лаве. Можно телепортировать. Мы вообще-то остались в ловушке, Лилу. Лилу. О. Слегся. Он не умер. Ой-ой-ой. Он еще жив. О, нет. О, ноу. Этот демон еще жив. О. Он еще вернется. На этом, друзья, наверное, эта история не заканчивается. Но вот такой вот у нас, ребят, конец. Нас спасла Лилу. Но мне кажется, друзья, что есть продолжение. Если вы хотите, мы можем снять продолжение, снять вторую часть. И у нас это хорошая концовка, и мы победили. Ну а с вами сегодня были, конечно, как всегда, Овер, Фоня и Бобби. Ссылочки на канал парнищите в описании. Смотрите их видосики и стримы. Мы желаем всем всего-всего самого наилучшего. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока. Всем братского сердца, дорогие друзья. Аре, чуваки.